Йому випала можливість продемонструвати своє вміння за межами сцени, він, не вагаючись, вирішив: цей експеримент має бути масштабним, але, як завжди, романтичним. Тому й запросив чарівну співачку Альошу в досить незвичне місце. Здравствуйте. Спасибо. Як настроєння? Отлично. Тепло. Прекрасна погода, не правда? Да, правда. Сьогодні неспроста пригласила вас в это увлекательное и необычное для вас место. Я хочу предложить вам сегодня удивительную прогулку. Но об этом немного попозже. Для начала я хочу наладить с вами мысленную связь. Поднимите, поднимите уже вот так ладонь. Просто прикоснитесь к моей. Посмотрите в глаза и подумайте сейчас о неком символе. Это должен быть простой символ, который я попрошу нарисовать сейчас на бумаге. Когда я стану спиной, я хочу, чтобы вы, рисуя, думали об этом символе. Моя задача – угадать его. Расслабьтесь, сосредоточьтесь. Начинаем рисовать. Готово? Да. Вы выполнили мою просьбу? Да. Возьмите рисунок груди. Угу. Повернитесь ко мне. Теперь давайте одновременно покажем то, что мы нарисовали. Ну вот. Давайте покажем. У нас получилось. Да. Но это еще не все. У меня для вас есть небольшой сюрприз. Повернитесь вот сюда. Вау! Пройдемся? Давайте. Шарам. Все наши проблемы, бытовые хлопоты, ничтожны по сравнению с красотой бездонного неба. Да, мы сейчас и отправимся. Повітряна куля здійнялася в небо, і з висоти пташиного польоту зіркова гостя змогла насолодитися дивовижним краєвидом. Та найголовніший сюрприз чекав на неї попереду. Смотрите вниз. Альоша була вражена, адже з висоти майже 100 метрів на землі вона побачила той самий символ, який намалювала раніше. Символ миру. Хто так зробив, щоб я його вибрала? Краса та масштаб передбачення Артема неймовірно здивували чарівну дівчину. І опинившись на землі, вона не могла втримати своїх емоцій. Це був другий експеримент від Артема Тихевича. Артем, хочу сказать, что вы очень сильно поднимаете с каждым разом планку, вот как произвести впечатление на девушку со стороны мужчины. Я думаю, мужчинам теперь придется прилагать немало усилий и фантазии для того, чтобы завоевать симпатию. Ури, хочу поинтересоваться вашими впечатлениями от увиденного. Артем, Артема, сам собі неймовірний. Щоразу дивом дивуюся з ваших досвідів. Is a performance that I've такий виступ ще не вдавався жодному менталістові на моїй програмі. You know, it's a dream of everyone. Вбитися в крила і пульнути у небо. Найзаповітніша мрія людства. І от вам це вдалося. Це перевищує усі мої сподівання. Немає меж силі нашого розуму. Високий політ. Дорогие друзья, только вы можете подарить участнику победу. Если вы считаете, что Артем достоин ее, отправляйте смс с кодом 109 на номер 3399. Только от вас зависит, станет ли Артем главным феноменом Украины. Это был Артем Тихевич.